Британский путешественник Карл Бушби намерен переплыть Каспийское море. Начало путешествия намечено на ближайшие дни. Старт британец возьмет от местности в 300 километрах от Актау. Финишировать планирует на пляже Сибриз в Азербайджане. По словам Бушби, он хочет стать первым человеком в мире, который совершит пешее кругосветное путешествие и переплывет при этом море. Британец отправился в путь еще в 1998 году и с тех пор преодолел примерно 59 545 километров или 37 тысяч миль. Идея путешествия зародилась из-за спора с приятелями о том, какое расстояние способен преодолеть человек пешком. За все время путешествия я не пользовался никаким транспортным средством. При заплыве через Каспийское море, я думаю, в день плыть по 10 километров, не используя никаких плавсредств, и постепенно двигаться по маршруту. Надеюсь, что у меня получится. Я не профессиональный пловец, но у меня есть некоторый опыт. Однажды я пересек вплавь Берингов пролив. Сопровождать британского путешественника будут азербайджанские суда с военнослужащими и представителями национальной сборной Азербайджана по плаванию. Профессиональные спортсмены будут страховать Карла Бушби, плывя рядом. Каждый день 10 километров. Это будет легко, если будет хорошая погода, если будет штиль в воде. А если будут волны, я думаю, что у нас будет больше остановок. Каждые 2-3 километра будем останавливаться, отдыхать. А так, это насчет опасности я не могу ничего сказать, потому что у нас будет 3 корабля наших сопровождающих. Они будут за нами смотреть. И вот и все. Я думаю, что никаких проблем не ожидается. Я была очень удивлена, когда они рассказали свою историю, как они путешествуют, то, что они все это проходят пешком. Мне очень сильно это понравилось, и они предложили нам поехать с ними. Также тренер нам об этом сообщил. Нам эта очень идея понравилась, и мы решили попробовать. Думаю, все будет нормально, как обычная тренировка, просто в открытой воде. В дальнейшем Карл Бушби намерен продолжить пешее путешествие, направившись из Азербайджана в Грузию и оттуда, пройдя через всю Европу, вернуться в родную Великобританию.